Ошибка Никита, вторая категория, город Краснодар. Сапога 13. Судья первая категория, город Ростов-на-Дону. А вот сейчас неплохая контратака. Ну и под удар. Прекрасный удар получается. Дренажа. Мяч бы уже укатился. Ух! Какой кикс! Ну и что в итоге? Нет, плохой. Плохо выбили. Прекрасно. Прекрасно играет. Ушел Ларин. Хорошо, ну это да, это безусловно несчастный случай. 1-0. Пацекин получает мяч. Удар. И Евгений Корюкин попал. Так, ну и что придумает? И прекрасен Гриценко. Просто великолепие. Вадим Гриценко. Придеус получает желтую карточку на 36-й минуте. Удар. И еще один рикошет. И вот здесь уже... Время черкаю. Никита молодец, хорошо поборолся. А вот здесь может быть опасно. 2-0 не стал. Вот, как раз Кирилл с мячом. Омска не самое лучшее развитие событий. Ну давайте посмотрим по ходу. Павел Макеев, тренер команды. Луновский играет в стеночку. Дальше. И... Ну вот. Опа. Вот был опасный момент. Ох, какая прекрасная передача в разрез. А вот... Ой. Спокойнее. Ибрагимов, правда, перехватывает мяч. И у него здесь такое пространство, много времени. Пас и... Матч с участием. Не было там нарушения. Поскользнулся игрок, да. И точно в руки черкаю. Заграли. Ларин. Придеус, нет, вот там... Нет, и все-таки... Да, меня опять смутил свисток с трибуны. Но здесь, кстати говоря, комбинация-то была неплохо разыграна. Да, тут были некоторые шероховатости. Но, тем не менее, да, молодец Илья Придеус. Горовых. Подача. Ох, как хорошо, 5-0. Кто забивает? Ну что, все-таки Каплуновский. А вот еще. Повтор. Да, молодец, Максим Тупиков решил не мучить команды, все и так уже понятно. 5-0.